Так, я всех приветствую, леди джентльмены, дамы и господа, меня зовут Алекс, и добро пожаловать в очередное новое видео. Да, мы вновь возвращаемся на старый канал, ну точнее я, ну ладно, все возвращаемся сюда, да. Дабы на сегодня, да, дабы показать вам что-нибудь опять же новенькое, что-нибудь интересненькое, все такое, посмотреть с вами, да. Сегодня у нас очередной раз первый взгляд, да. Причем я давно его уже на самом деле хотел, но все по разным причинам не получалось, да? Так что вот мы... так. Мы здесь. В этот раз мы посмотрим новеллу под названием 9 Рип. Это Атомы. Про городские легенды. Больше я ничего... не знаю, и рассказать вам не могу. Ну и там спойлеры, все дела, там, да. То есть я немножко еще видел, когда выходили эти бонусные ролики до выхода новеллы. Мне что-то это прикольнуло, захотелось глянуть. И, короче, вот, мы сегодня посмотрим. И, в общем, будет все зависеть от того, зайдет мне или нет. В общем, возможно, поиграем еще в нее потом. Короче, посмотрим, как оно все пойдет, да, в итоге. Еще хотел перед началом поделиться тем, что в Атомы я вообще не силен, то есть для меня довольно, скажем так, неизведанный жанр. Единственное Атомы, в которую я играл, это Клуб Suicide. Довольно темная Атомы и вообще не про романтику, которую мы привыкли понимать, да? То есть там довольно все темное, но опять же ГГ тоже девушка и... Вот эта фишка о том и меня прикалывает, что когда девушка ГГ, это довольно мило и прикольно видеть разные типажи и прочее. Я понимаю, что не только в Атомы, но частенько же это фишка в Атомы, да? Все. В общем, опять же, также перед началом хотел бы сказать, что если вы хотите поддержать мое хобби, особенно это видео, то можете там, да, помочь материально. Ссылочка будет в описании на Киви. Опять же, это добровольно, по желанию. Да, мне будет очень приятно. Спасибо вам еще за все в любом случае. А мы начинаем. Всем приятного просмотра. Да. То есть, да. У нас Атомы про городские легенды. Вы как знаете, да, что я люблю городские легенды, мистику и все такое. И вот. Давайте посмотрим, что это у нас такое. Эй, слушаешь? Внимательно. Каран. Волоча по полу со звуками Коран, Коран, пытаясь отыскать себя, что когда-то потерял. Вечность, бродя по школьным коридорам, наполненным кровавым оттенком сумерок. Легенда о Каракаре Сане, что покарает тебя своей катаной. Что еще за Каракара-сан? Верно. Знаменитые семь чудес или тайн Академии Нарумигахама с давних времен. Переливаясь в лучах заходящего солнца с наступлением сумерок, одна ученица решила остаться совсем одна и погулять по зданию Академии. Затем откуда-то послышался таинственный голос. Ой, ну или звуки. Звуки, наверное, да? Каран-каран. Кара-кара. Под звуки скитаний, волоча свой клинок,
Однако, услышав этот звук, никогда не оборачивайся. Дочь, ты? Почему? Если ты обернешься, Каракара-сан спросит тебя. Что я сделал? Если ты не сможешь ответить, или ответишь неверно, то, обнажив свою катану, Каракара-сан покарает тебя. Облив водопадом кровавых, ярких лепестков. Окей. Да, мне еще тогда приглянулся этот опенинг, на самом деле, но я долго на нем тоже залипал. Прям классно. Когда еще субтитры делал. Завораживающая тишина воцарилась в классе после занятий, пока заходящее солнце переливалось по классу. В классе остались лишь мы вдвоем. Вдалеке лишь разносились слабые возгласы с футбольной площадки. Саяка Хида, моя лучшая подруга, с блеском в глазах склонилась вперед через парту. Ну, крипово же. Ну, страшно же. А, да, это и правда жуткая история. Значит, этот потерявший память призрак блуждает по академии и... у каждого спрашивает, что он сделал, да? Так, надо не забыть, что мы за девушку, да, вроде как играем. Студентку, да? Ну, да, правда, нигде не рассказывается, почему этот призрак потерял свои воспоминания. Хотя это всего лишь слухи, и мы просто должны рассказывать их друг другу, испытывая различного рода эмоции. Но, а все-таки, что ты скажешь об этой легенде? Ну, мне довольно жаль его. Ну, представь, что ты бродишь такая все время в одиночестве и в поисках себя, не зная, кто ты. Но ведь он еще и убийца, разве нет? Да, я догадывался, что ты это скажешь. Значит, это одно из семи тайн Академии. Но к самой Академии это никак не относится, верно? Ну, на эту тему ходит множество теорий. Например, что некий сильный убийца, что преследовал полицию, и в итоге он сбежал в Академию. Еще внутри себя посмеялась при виде моей подруги, что так страстно размахивает руками во время рассказов. Мы с Саяко вместе, сколько я себя помню, с самого детского сада. И все же не сказать, что меня очень увлекает оккультизм и все эти страшные истории. Ну, точнее, я вообще подобное не верю. Ага, опять это твоя физиономия. Могла бы и поверить лучшей подруге. Хе-хе. Прости, пожалуйста, просто сейчас меня больше заботит выбор моей будущей карьеры. Это уже настолько привычное дело подбадривать мою дорогую Саяко, что уже надулась словно шарик. Подняв со стола анкету, что я еще не успел заполнить, я показываю Саяке. Саяко. Я еще пока не сдавал, еще ведь целая неделя есть на это. А ты... Ну, что-то не так с этим? Ну, по правде, я все еще не уверена в своем выборе. Что? В смысле не уверена? Разве ты уже не решила поступать в университет, Сейгин? Раньше думала, что... Приняла решение, но сейчас уже сомневаюсь, что... Не этого я действительно желаю. Словно меня осенило, понимаешь? Ну как же... Ну ведь твоя мама даже говорила, что лучшее место для тебя это университет Сейгин. И ты ведь с ней полностью соглашалась. Ну да, соглашалась. Тогда... Куда ты тогда хочешь пойти учиться? Сейчас сентябрь, второй курс обучения.
и сейчас я сижу перед незаполненным бланком. Наступил тот самый момент, когда студентам уже стоит задуматься о своей будущей карьере, ну или о своем будущем. Будущее с чистого листа, не имеющее даже заданного для себя направления. Я сама пока еще смутно и неуверенно представляю, чем бы я хотел заниматься и что я вообще могла бы делать. Эй, ты в порядке, все хорошо? А, да, прости, просто задумалась. Ладно, давай хотя бы для начала просто напишем имя. Так, ну в общем это стандартное имя, Миса. Как было, как бы по дефолту, так и будем. Не буду менять ничего тут. Написав свое имя, я глубоко вздохнула. Похоже, сейчас я явно не в настроении и не в силах заполнить эту анкету. Рада, что хоть имя смогла написать. Уже много лет моя мама активно поддерживает и настаивает меня поступить в медицинский факультет университета Сейгин. У меня нет особого порыва поступать в этот факультет, поэтому иногда даже сложно просто смотреть матери в глаза. Пожалуй, заполню позже эту анкету. А, блин, у меня же сегодня дополнительные занятия. Ну, репетиторство. Тогда поторопись, я тут приберусь и тоже пойду, пожалуй. А, прости, я знаю, что обещала вместе пойти домой, но, знаешь, в качестве извинения завтра я расскажу тебе еще одну страшилку. Она называется «Зеркало, что утягивает тебя или затянет тебя». Так что обязательно жди ее с нетерпением. Да, обязательно буду ждать. Ну ладно, тогда до завтра. Ах, если правда услышишь эти звуки, знаешь, это каран-каран, не оборачивайся, только слышишь. Иначе сама знаешь, что тебя ждет там катана, все дела. Ах, она суматошна, как всегда. При виде запыхавшейся и убегающей Саяка, немного похиков, я взяла незаполненную анкету и положила ее в свою сумку. Ну, вроде всего, ничего не забыла, надеюсь. Еще осмотрев свою парту, я покидаю класс. Выйдя в коридор, я слегка выпала и удивилась зрелищу передо мной. Стены, пол, потолок. Коридор, окрасившийся сумеречными оттенками, выглядел совсем не так, как обычно. Переливаясь в лучах заходящего солнца, с наступлением сумерек одна ученица решила остаться совсем одна и погулять по зданию Академии. Затем откуда-то послышались странные звуки. Страх заполняет меня, и дрожь содрогает мое тело. Боже, как же похоже на историю из рассказа Саяка. Ну, ситуацию. Встряхнув головой, дабы выкинуть эти глупые мысли и успокоиться, я начинаю медленно шагать по коридору. Какой СМР. О май. Ноги, собирающиеся сделать следующий шаг, резко перестают двигаться. Никогда ничего не случалось. Сколько бы раз я не проходила по этому коридору, всегда все было нормально. И сейчас все должно быть нормально. Слабое дыхание, нежно ласкающее мое ухо и прохладный поток воздуха, обволакивающий мое тело. За мной явно кто-то есть. Позади. Да уж, крипово. Позади меня. Я ощущаю это своей спиной. Нет, нельзя. Если я оглянусь, Саяка сказала, что если я обернусь, то казалось, что время даже остановилось.
слабое дыхание, ласкающее мою щеку. В то же мгновение присутствие за моей спиной испаряется, словно ничего и не было. Затем, пропитанный ужасом, я все же оглядываюсь. Окей, хорошее начало. И за моей спиной никого не оказалось. Ни призрака, ни кого-то другого. Однако лучи заходящего солнца, светившие до сих пор, уже померкли, и по краям расстелились жуткие темные тени. Это... мне просто разыгралось воображение, да? А, показалось. Неосознанно я произношу эти слова вслух. Все же я стал нервничать на тот счет, что если вдруг кто-то окликнется на мои слова. Нет, нужно скорее домой. Жим! Под бешеные ритмы моего стучащего, бешено стучащего сердца на всех парах я выбегаю из школы. А, воображение. Как мы любим. О, уга, да. Хоть меня частенько пугают проходящие по вечерам мимо люди или простой небольшой шум, все же я рада, что благополучно добираюсь до дома. В общем, она бежит там на всех парах. Да. Влетев пулей, короче, с двух ног в дом, я ощущаю, как моя спина покрылась потом. О, с возвращением, сестренка! Цубаса Ишики. А мы Миса Ишики. Ишики — это фамилия, если что. Да, тадайма. Я дома. Увидев, как моя старшая сестра встречает меня дома, я тут же чувствую облегчение, расслабляюсь. Эй, ты чего так запыхалась? Только не говори мне, что тебе преследовал какой-то, ну, там, извращенец или, не знаю, урод с подворотни. Ну... в каком-то смысле, может быть. Вот же урод. Ну, я ему устрою, когда поймаю. Подожди секунду. Паники, я хватаю сестру за руку, но та с гораздо большей силой тянет меня за собой. Не смей меня останавливать. Я никому не позволю пугать и преследовать мою сестренку. Уж какие страсти. Прости, ты не так все поняла. Просто Саяка вновь рассказала мне очередную страшилку. И вот, я очень испугалась, что возвращалась домой, думая, словно за мной даже кто-то, ну там, преследует, гнался. Ну ты ведь сейчас сказала, что у тебя там извращенец. Ну, после этой истории со мной еще приключилось кое-что странное в школе, поэтому я ответила так, скажем так, неоднозначно. Даже просто рассказывая об этом, я ощущала уже такую неловкость. Кто мог подумать, что старшеклассницу, что скоро уже собирается пойти учиться в университет, может напугать глупая страшилка о призраках. Вновь посмотрев на сестру, в ответ она лишь вздохнула. Ну ладно, проехали. Я просто рада, что с тобой ничего не случилось. Так что все, дуй переодеваться. А, да. А мамы еще нет, да? А, да, не было пока. Если у нее смена, как обычно, то, по идее, должна уже скоро прийти. Вот как. Ну, может быть, опять там срочная. Моя мама работает медсестрой в близлежащей университетской больнице. Ее рабочее время варьируется в зависимости от смены. Ну ладно, нужно пока переодеться в домашнее. Вот, переодевшись, я начал выкладывать вещи из своей сумки на стол, и в этот момент... на пол падает анкета, та самая анкета с выбором будущей профессии. А, блин. Подобрав анкету, я сразу же прячу ее в ящик. Проблема в том, что об этой анкете я еще не рассказывала ни матери, ни сестре. Если я расскажу, что мама опять заведет эту свою пластинку. Эй, Миса, могу я войти? Да, конечно. Хотела тут с тобой посоветоваться насчет моей работы. Поскольку я отвечаю за планировку и оформление магазина, я ищу разные идеи, что могли бы поднять нас, как там, расхайповать, да, там, ну,
популярность. Боже, неужели даже в выходной ты умудряешься думать лишь о работе? Можешь считать меня рабом предприятия. Ладно, я шучу, конечно. Просто мне веселее, когда я на работе. Поэтому даже в выходной я обдумываю разные идеи, связанные с ней же. Хе-хе, моя старшая сестренка просто неисправима. Так что ты там хотела спросить? Хотела посоветоваться тебе, как старшекласснице, что по душе лучше? Популярные бренды или вещи с распродаж? Если судить по себе, то я бы пошла скорее покупать вещи на распродаже. Далеко не всем по карману брендовые вещи. О, вот оно что! Хорошо, спасибо, сестренка! Thank you! Я обязательно учту твое мнение. Ух, и сестра начинает что-то написывать на своем... телефоне. Моя сестра работает продавцом, популярным среди старшеклассниц в магазине одежды, имеющим также несколько магазинов в центре города. Бутики это, да, вроде как называется? Это не точно. Ну да. Она всегда хорошо разбиралась в моде и брендах, и в итоге ее хобби превратилось в целую работу. Я часто советую с ней по поводу выбора одежды. По сути, почти весь мой гардероб и косметика были куплены по советам моей старшей сестры. Мила. В любом случае, я очень рада, что дело не стоит на месте. Ты уже давно мечтаешь об стильном оформлении вашего магазина? Вообще-то, тут на днях мне уже подвезли осенний сезон одежды. Так что я уже жду, не дождусь, когда его начнут раскупать. Для меня это еще одно воплощение мечты. Ну тогда я обязательно загляну к вам после окончания оформления. Любопытно глянуть этот твой осенний сезон. Предоставь это своей сестренке. Ах, если ты... Кстати, если ты не против, можешь взять с собой Саяка. Мы давно не виделись, и вот хочется пообщаться. О, господи, это ах, с паузой. Мне самому неловко. Что это было? Да. Ах. Да. Это чтобы как-то смягчить. Да, хорошо, я... Когда я уже собирался дать ответ? Придержи коней, Цубаса. Не нужно так наваливаться на бедную Мису Ишике Аямы. Мада. Не знаю, как давно она нас уже слышала, но мама стояла в проеме двери. С возвращением, мам. Ты сегодня припоздала? Да, я дома. Человек, что должен был меня сменить, припоздал за срочных дел. Улыбнувшись мне, мама знак протеста перевела уже серьезный взгляд на сестру. В следующем году у нее заключенные экзамены. Поэтому не отвлекай ее всякими посторонними вещами. Ну, старайся. Да ладно, мам, дай ей развеяться уже наконец. Еще целый год, ты же не заставишь ее зубрить вечно, а? Особенно сейчас, в сестренке сезон экзаменов. Она все еще продолжает учиться на втором курсе. Если ты будешь давить на нее и дальше, чтобы она думала лишь об учебе, она ведь не выдержит и... как там, перегорит. Ну и чересчур расслабляться тоже ей нельзя. Некоторые студенты задумываются о своем будущем и начинают к ним подготавливаться уже аж с первого курса. Ну, видите? Мне даже слова вставить не дают. Ну, точнее, я не осмеливаюсь. Я боюсь. Верно, ты права, мам. Можно сказать, что фактически я уже поступила и учусь в университете Сейгин. Нам нужно, чтобы наша дорогая Миса приложила все усилия и поступила и стала учиться в медицинском университете Сейгин. Говорит моя мама, лучезарно улыбаясь, как в это время сестра лишь пожимает плечами, явно недовольная таким исходом. Ну вот опять ты завела свою пластинку. Если сестру это устраивает, то я, конечно, рада. Но что если нет, тогда получается, что ты насильно принуждаешь ее к тому, что она вовсе не хочет. Ты не говори ты глупостей. Мы ведь уже давно все обсудили и решили. А так ли это? Моя мама рекомендует медицинское училище отчасти потому, что сама училась и в итоге работает медсестрой. Конечно, это не единственная причина. Почему? Я также думаю, что это может быть связано с нашим отцом. Окаса! Эй, ма! Папы все нет, он опять опаздывает. Да, похоже на то.
Но не нужно на него сердиться из-за этого. Твой папа помогает людям, поэтому давай лучше поддержим его после того, как он вернется с работы. Почему папа помогает людям? Потому что он самый настоящий врач. Тогда я была еще слишком маленькой и не могла понять слов мамы. Папа делал что-то великое и крутое, и я гордилась им, вот и все. Но вскоре после этого выяснилось, что мой отец оказался серьезно болен. После года борьбы с болезнью он в итоге скончался. С этого все и началось. Моя мама начала резко меняться. Не ее характер и личность, просто она чересчур сильно озаботилась им, о нашем воспитании с сестрой и образованием. Короче, стала держать в рыжовых рукавицах, да, их. Возможно, в ней пробудилось желание воспитать нас прилежными и правильными. Конечно же, все это связано и с выбором моей будущей профессии. Твой отец был замечательным врачом, как там... Он спасал жизни людей, но свою не сумел, да? Вырасти и стань таким же, такой же прекрасным, как твой отец. Каждый раз, помогая людям, я чувствую внутреннее удовлетворение, что помогаю им от чистого сердца. Нет работы более благородной, чем это. Поэтому тебе также стоит стремиться к медицине. Еще в детстве у меня было смутное представление о том, что мы с сестрой пойдем учиться в медицину и станем врачами или медсестрами там. Моя сестра была другой. У нее давно зародилось свое представление о том, что она хочет делать в будущем и чем заниматься. И она приложила далеко немало усилий, чтобы убедить в этом маму. И вот она смогла этого добиться. Вспоминая те самые моменты, на душе становилось гораздо легче от мыслей о том, что я тоже изберу другой путь для себя и не пойду учиться на медицину. Тогда-то я и осознала, что мне это совсем не интересно. Я не могу, пока не могу признаться маме, что меня совсем не интересует поступление в Сейгин, но рано или поздно я должна буду сказать. Должна буду признаться ей. Мам, можно с тобой серьезно поговорить? Я да. Гохан но штаку га мада даттава. О нет, я ведь уже еще ужин даже не приготовила. Нужно этим заняться. Тогда я с удовольствием готова помочь тебе. Пожалуй, мне хватит и твоей моральной поддержки. Да ладно тебе, не смущайся ты так. Давай, пойдем. Да, подожди, тебе категорически нельзя быть на кухне. Ведь твою стряпню есть даже невозможно. Немножко погромче. Когда мама пулей вылетает из моей комнаты, я могу лишь вздохнуть. Я пыталась попытаться ей сейчас признаться, но теперь момент упущен. После семейной трапезы или же ужина мы по очереди приняли ванну и затем вместе посмотрели какую-то драму. Не успел я оглянуться, как уже было 11 вечера. О! А, кошмар. Переодевшись в пижаму, я плюхаюсь на кровать, где пушистый матрас принимает меня в свои теплые мягкие объятия. Перевернувшись на спину и уставившись в потолок, я испускаю измученный вздох. Сегодня я как-то вымоталась больше, чем обычно. Не верится даже, что уже сезон экзаменов. В такие периоды в академии все учителя прикладывают к занятиям гораздо больше усилий, чем когда-либо прежде. Студенты решают, куда поступить или, например, возглавить семейный бизнес. Даже во время перемены я все время слышу, как кто-нибудь рассказывает или обсуждает о том, куда желает поступить или чем вообще хочет заниматься по жизни. Это начинает все больше нервировать. Но думаю, это не единственная причина, почему я так вымотался сегодня. Трусишка! Мне вдруг стало холодно, и я накидываю на себя одеяло. Мне просто померещилось, подумала я про себя и закрыла глаза.
Тьма окутала мое видение, и сонливость начала постепенно заполнять мой разум. Господи, какой ультразвук. Почти заснув, я вдруг услышал какой-то звон в ушах и проснулась. Миса-сан? А? Уже совсем скоро. Скоро мы встретимся с тобой. Я открою тебе путь в объятия тьмы. Что? Чей-то голос? Ступив во тьму, главное, не бойся. Ведь ты обладаешь силой преодолеть ее. Миса-сан. Знакомый голос. Ну, я же говорю, я переводил там эти демки, типа... Как бы с духами из легенд я уже как бы, да, немного познакомился. Но все равно прикольно, конечно. Я так запаниковал, что даже забыл, как дышать и двигаться. Этого таинственного голоса больше не было слышно. Лишь мое громко бьющееся сердце. Словно мне хочется залезть под футон и не вылазить оттуда. Что же делать? Я боюсь даже просто пошевелиться теперь. А если у нее там не сон и паралич случился, как это обычно бывает? На следующее утро. Я ушла! Итаращай! Было вполне обычное утро. По пути в академию я обмениваюсь приветствиями с соседями. Будем надеяться, что это обычный день, так и останется обычным. Но что это был за голос? Вчера вечером? Мне же не привиделось. Это же было по-настоящему, ну, наяву. Не успела я подумать, как тут же провалилась сон и наступило утро. Наверное, поэтому я все еще сомневаюсь, приснилось мне это или случилось наяву. Мифа? Яйкс! А, это ты, Саяка? Хватит пугать меня так. Доброе утро. Да, и тебе доброе утро. Прости, что пришлось больше тебя вчера. Если что, я успел на дополнительные занятия как раз вовремя. Да ничего, рада, что ты не опоздала. Ну, как там у тебя дела? Заполнила анкету свою? А, нет еще. Думаю, заняться этим после занятий. Значит, ты тоже считаешь, что я должна поступить в Сейгин, да? Мне бы твою уверенность и решимость. А? Я что-то не так сказал? А, нет, ничего такого. Это точно? У меня сегодня же нет дополнительных занятий, поэтому я свободна, и мы можем пойти там прогуляться куда-нибудь после занятий. А, прости, но я не смогу. У меня же нет времени гулять. Перестань уже так говорить. Реакция Саяки казалась сильнее, чем я думала, что она даже останавливается. А, ну, прости, в общем, я знаю, что тебе нелегко приходится, и что нужно думать о своей карьере. Я просто хочу помочь тебе. Я была очень рада порыву Саяки, но... Спасибо, я очень признательна твоему желанию помочь мне, но... Я думаю, что сама должна выбрать что-то для себя, поэтому я тут же сообщу тебе, когда что-нибудь найду для себя. Опять же, да. Тавтология вошла в чат. Все еще улыбаясь, беспокойная Саяки, я решила сменить тему, чтобы уйти от этого неприятного вопроса. А да, точно... Там вроде обещал рассказать мне очередную страшилку про зеркало, что утянет тебя с собой, или как там? А, да. Зеркало, верно. Казалось, что она уже потеряла настрой рассказывать что-то, видимо, из-за переживаний за меня. Но в итоге набралась силы и выдала из себя улыбку. Да ну это зеркало, ведь самая хайповая сейчас легенда — это «Унесенные призраками». Слава богу, вот теперь я узнаю свою старую добрую Саяка. Унесенные призраками? Я так понимаю, люди просто пропадают или исчезают в ней, да? Ну да, почти. Эта легенда ходит по всей стране. Саяка открывает приложение для заметок в своем телефоне и протягивает его мне. Унесенные призраками, Тенгу, Ямуаба или же Горная ведьма, сборник легенд города Тона. Ее заметка была столько всего явно...
неизвестного, неведомого для меня. Как и подобает фольклору у многих других мест, наша Нарумигахама также славится многими легендами. Ведь число унесенных призраками в 1,9 раза превышает среднее по стране. Особенно крупный случай, произошедший еще в 1949 году, как раз после войны. Унесенных призраками их насчитывалось аж целых 7 человек. Об этом в то время еще трубили все газеты и новости. Похоже, она чересчур, в общем, как-то одержима оккультизмом, там вот этим, да, паранормальщиной. Возможно, другая тема подошла бы здесь все-таки лучше. Эй, ты хоть слушаешь меня? А, да, конечно, я слушаю. 7 человек пропали без вести, верно? Зачем ты вообще слушала? Люди, что психически нездоровы или находящиеся на грани нервного срыва, или те, что чересчур обеспокоены чем-то, их чаще всего уносят призраки. Ну вот, лучше бы я этого не слышала. Ты сама-то хоть в порядке? Или все же напрягают такого рода истории? Спросила Саяка, явно все еще переживая за меня. А, не волнуйся, я ведь не верю во все эти истории, так что все, я в порядке. Все нормально. Да ну тебя, испортила весь настрой. Это правда, что я ни во что такое не верю. Призраки эти ваши, да? Сакамото сенсей вошла в чат. Да. Но если только самую малость. Самую малость, что осталось еще с прошлого вечера. Те, что чересчур обеспокоены чем-то, да? То, во что я не верю и не могу в то же время полностью отрицать. Ладно, все, что меня сейчас должно заботить, это выбор будущей профессии, а не вот это вот. Тогда, может, тебе зайдет такое? Если ты сможешь пробудить все 7 чудес... Или, ну, все тайны Академии, 7 тайн Академии, то тебя непременно унесет. Призрак. Ох, я даже не знала о такой. Это тоже легенда о Нарумигахаме? Она связана с нашей Академией? Нет, эту историю я отрыл в интернете. Там не написано, о каком месте точно идет речь. Сказав это, Саяка подходит ближе ко мне. 7 чудес не могут существовать в нашем мире. Другими словами, эти явления, вторгающиеся в наш мир, мир живых. Поэтому, когда это происходит, наши миры соприкасаются. И открывается проход между ними. Все происходит на мгновение ока. Другой мир, окрашенный в алые красные оттенки, явит себя перед тобой. Если это случится, то ты обречен. Ты больше никогда не сможешь вернуться в свой прежний мир. Ты станешь пленником алого мира на веки веков. Мою сонливость как рукой сняло, и я нервно сглотнула. Блин, даже слухи, что это вполне реально. Так что давай как-нибудь соберемся и попробуем такое провернуть. Я никогда не стану заниматься нечто подобным. Кошмар. Помешанное на оккультизме. Это обычно до добра не доводит. Да-да-да. Очередной учебный день подошел к концу. Оставшись одна в классе после занятий, разрыдавшись, я начала складывать свои вещи. Ладно, думаю, самое время всерьез задуматься о своей карьере. Тогда куда мне стоит отправиться? Обсудить вопрос с моей сестрой, сходить в библиотеку и там уже все обдумать. Отвлечься от этих мыслей, перекусив чем-нибудь вкусненьким. Блин, давай сестру, по приколу. Достав свой мобильный, я отправляю сестре смс. Привет, сестренка, ты сегодня поздно будешь? Оу, уже прочитала? Я уже дома, вообще-то. Ты хотел пополнить свой гардероб? Или не дома, а это я уже закончил свой рабочий день. Нет, я хотела просто поговорить кое о чем. Тебе есть время? Окей, тогда встречаемся у станции. Хорошо, я наберу тебе, как буду. Ладно, тогда самое время отправиться на станцию. Йоу, школьная труженица. И тебе привет.
Прости, что пришлось вытащить тебя после работы сразу. Ты не парься ты так. Ты крайне редко обращаешься ко мне за какими-либо советами, так что можешь считать, что я польщена. Я как старшая сестра чувствую себя крайне одиноко, когда моя младшая сестра почти совсем не проявляет ко мне, не обращает, ну, вообще, интереса и не обращается ко мне за советами или там за помощью. Боже, я так и знал, что она скажет что-то подобное. Теперь даже как-то неловко говорить об этом с ней. Ну да ладно, может сходим куда? Например, в кафе? А, нет, спасибо, я просто хотела поговорить, и мы можем сразу вместе пойти домой. Если дома окажется мамой насчет вчерашнюю... крутить вчерашнюю пластинку, я явно не переживу этого. Сестра тут же соглашается, и мы вместе уходим со станции. К концу беседы мы оказались у берегов моря. Анкета на выбор будущей профессии, да? Какая ностальгия. Значит, Чуйка меня не подвела, и мама все же ошибается тем, что ты пытаешься... Ой, тем, что пытается пропихнуть тебя в этот медицинский университет. Ну, да. Мои одноклассники все уже предвкушения своей будущей карьеры и работы и уже ждут, не дождутся, когда начнут там свою новую жизнь. Конечно, также хватает и тех, кто сомневается, что сдаст вообще экзамены или что сможет найти работу. Осталось совсем мало времени, а я все не могу решиться, куда вообще хочу поступать. Сестренка, для чего я могла бы сгодиться, как думаешь? Сестра, казалось, немного задумалась, но затем отвечает. Думаю, первым важным шагом станет признаться маме и убедить ее, что ты хочешь заниматься в жизни другим, прежде чем вообще выбирать себе какую-то профессию. Ты ведь понимаешь, что мама и так переживает за тебя? Ты бы видела вчера свое лицо? А если мама узнает, что ты выбрал другую профессию, так ничего ей не сказав, а? Да, скорее всего. Не скорее всего, а так и есть. Тебя сейчас за лицо совсем не лучше, чем вчера. Да ладно тебе, неужели так заметно? Да, еще как заметно. Когда мама рассказала мне о своем Сейгине, у меня было похожее лицо. Как это она пальцами показывает свои запавшие глаза, что немного смешит меня. Типа фингал под глазами, да. Ну, перестань дурачиться так. Ладно, прости. Просто когда я у тебя на лице такая кислая мина, мне сразу же хочется тебя взбодрить и развеселить. Ведь я хочу, чтобы моя любимая сестренка почаще улыбалась. Не? Оне-сан! Ямите! Очень счастлива ее заботен, в то же время меня это крайне печалит. Но я рада, что ты... Ну, в общем, потихоньку растешь. Тебя ведь всегда заботила забота о других, а себя ты всегда ставил на второй план. Я все переживал, что тебе придется идти учиться по наставлению матери, и что ты не станешь даже пытаться противиться ей. Она права. Я правда почти убедил себя в том, что нужно следовать маминому наставлению. Но затем меня начали одолевать сомнения, что я все же должна сама для себя решить, куда мне двигаться дальше. Эй, сестренка, как тебе вообще удалось убедить Ма пойти по своему собственному пути? А, как, да? Ну, тогда я не на шутку повздорила с Ма. Я довольно смутно помню об этом. Перестань думать о всяких глупостях и бросай свою уже затею с этой бессмысленной модой. Я хочу, чтобы ты прожила такую жизнь, в которой ты сможешь помочь и спасти как можно больше людей. Когда моя сестра сказала маме о планах на будущее, мама, скорчив гримасу отвращения, стала лишь отговаривать сестру от этого. В конце концов, мама смирилась, и они стараются больше не понимать эту тему. В тот момент, когда я смогла переубедить Ма, я ощутила, словно совершила великий подвиг. Я оставляла брошюры из колледжа моды на маминой кровати, в ее сумке. Давай, да где я только их не оставляла? Я даже помню, как заспамливала Лес Ма, демонстрируя свою страсть к моде и одежде аж по 10 раз в день. Кошмар. Боже мой, она правда делала нечто подобное? Ну, в общем, как я только из кожи вон не лезла, лишь бы убедить маму. Я настолько ее задолбала, что думала, что однажды у мамы разовьется невроз.
И вот результат налицо. Закончив, сестра ударила себя в грудь. Это моя старшая сестренка. Ну, в итоге мама смирилась, подумав, что даже если отдаст меня учиться в этот медицинский, я все равно ничего не буду там делать или буду прогуливать там, и меня в итоге исключат. Да, учитывая, как далеко ты зашла, я могу понять. Я узнал, как моя сестра смогла переубедить маму, но для меня это точно не вариант. Ведь я даже не знаю, не вижу путей, по которым желаю пройти свою жизнь. Не жаль, что тебе также приходится проходить через это. Когда ты хочешь иной путь своей жизни. А, нет, что ты, ты тут совершенно ни при чем, сестренка. Когда я смогла выдавить из себя это изо всех сил, моя сестра лишь горько улыбнулась. Не знаю, стоит ли мне об этом упоминать, но попробовать можно. Знаешь, я все думал, почему мама так одержима этой идеей, и, возможно, все это из-за случая с отцом. Тем лицо сестры сразу же делается серьезным. Она хочет, чтобы ты выросла прилежной, каким был отец. Великим врачом, спасающим жизни людей, да. Мама наверняка думает, что отец... Что отец... Что? А, нет, ничего. Интересно, что она хотела сказать сейчас? Мне забеспокоило это еще сильнее, учитывая, что сестра из тех, кто обычно все говорит сразу и прямо. Ну что, переубедим маму? Точнее, ты ведь не откажешься от помощи своей сестренки? А, нет, нет, не стоит, я сама должна с этим справиться. Опять ты за, все за старое, когда ты уже наконец поймешь это? Ну, я не это хотел сказать, просто лучше думай, сготовься на своей любимой работе. Мне нравится идея с оформлением магазина. Жду не дождусь увидеть это. Затем наш разговор прерывается уведомлением с телефона. Достав его, я увидел смс от мамы. Поскольку... Почему мама пишет, во сколько мы придем... Во сколько я приду домой, спрашивает. Я написал, что скоро буду. А, да, точно. Ладно, послушай, попробуй поговорить с мамой. Ну, в общем, убедить маму, но если ничего не выйдет, просто скажи ей все прямо, ладно? Да, спасибо тебе в любом случае, я постараюсь. Я пытался улыбнуться, но беспокойное лицо сестры ни капельки не изменилось. Не думаю, что смогу сама убедить маму, но попытка не пытка. Я не могу так сильно полагаться на сестру, поэтому должна и сама приложить усилия для своей мечты. Да, тяжко нашей ГГ. Бедная Миса. Миса-чан! Миса-чан, наверное, так и назову серию. Или никак не назову, ладно. Пока мы шли до дома, уже стемнело. По дороге домой мы с сестрой просто болтали о всяком несущном. Кстати, ты же вчера на всех парах бежала в дом, да? Из-за того, что тебя напугала страшилка, что тебе поведала Саяка, верно? Так что там была за страшилка такая? Блин, лучше бы я не упоминала об этом на свою голову. Это случилось вчера, и страх с того момента все еще не исчез до конца. Но если я сейчас просто промолчу, сестра явно разозлится или даже обидится. История о семи тайных или чудесах Академии, одним из них является убийца Каракарасан. Наверное, тайн все-таки. Что чудом это сложно назвать. А, да, слышала о такой. Дух человека, что стал убийцей. Говорят, что он... зарежет каждого, кого встретит. Моя сестра также окончила Академию Нару Мегахам, поэтому в курсе всех этих историй. Ну это ведь детская сказка и совсем не страшно. Разве зеркало, что затянет тебя или девушка из медкабинета, не были бы страшнее этого? Я слышала девочки или девушки из медкабинета, конечно же, от Саяки. От Саяка. Одна из семи тайн Академии Нару Мегахама, девушка из медкабинета, ходят слухи, что если вы осторожно сделаете то, что она велит, пока сама девушка отдыхает в медкабинете, вы попадете в загробный мир. Одна из семи тайн Академии Нару Мегахама, зеркало, что затянет тебя. Загадочный призрак, обитающий в зеркале на площадке центральной лестницы, говорят, что если прикоснуться к этому зеркалу, то вас затянет внутрь совершенно другой мир.
Но учитывая, как редко я хожу в медкабинет, я не ощущаю особого страха от этого. Ну, если только слегка. Ну, я ничего не слышал о зеркале, что затянет тебя, поэтому даже не знаю, что сказать. В очередной раз я подумал про себя, что типа он мне на язык. Увидев, как сестра резко приближается ко мне с улыбкой до ушей. Ну ладно, я сама виновата. Надо же. Какая неожиданность. Кто бы сомневался. Между первым и вторыми этажами Академии находится лестничная площадка. Там на стене висит зеркало, что затянет тебя якобы в другой мир. О, это же место, я постоянно прохожу мимо него. Так оно же само по себе безобидное, главное не прикасаться к зеркалу. А что случится, если прикоснуться? Случится именно то, что следует из названия. Из зеркала появится рука и затянет тебя в другую... на другую сторону. Давным-давно у этого зеркала покончил с собой один из студентов. Возможно, это произошло из-за чрезмерных издевательств над ним. Ну или что-то такое. Итак. Как там дальше? В общем, он обвязал веревкой вокруг лестницы на втором этаже, ну и сиганул на первый, повесившись. Вроде так все было. Не знаю. Ладно, хватит. Какая-то сумбурная история, поэтому она меня не пугает. В отличие от истории Саяка, в рассказе сестры явно присутствовало много неточностей, неясностей. Скорее всего, эти истории для меня гораздо страшнее, когда их рассказывает именно Саяка. Она реально одержима оккультизмом, чтением всех этих страшилок, она знает толк в том, как подавать такую пищу. Но все же завтра, проходя мимо этого зеркала, возможно, я теперь буду воспринимать его как-то по-иному. Возможно. Ну, история прикольная, конечно, вот эти... мистические, типа Каракарасан, тут зеркало. Опять же, это зеркало напоминает, да, опять же, Дэчмарк. Здравствуйте, да. И там тоже в зеркале был, тоже нельзя было прикасаться к зеркалу. Ну, то есть, фольклор, да. На следующий день, достав из сумки, я положил на стол, на стол анкету о выборе будущей карьеры, что оставила дома. Они все по-прежнему заполнены только графа имя и класс. Думаю, из-за давления и присутствия мамы я не могла сосредоточиться, и поэтому решила перенести заполнение на сегодня. Доброе утро, ты сегодня довольно рано. Доброе. Да, сегодня была причина для этого. Я все пыталась найти подходящий момент, чтобы признаться маме, но в итоге так и не решилась. На следующий день я проснулась рано и с большим энтузиазмом все рассказать маме, но к тому моменту мама уже ушла на работу. Даже в тот момент, когда я была полностью уже готова сознаться, не всегда все идет как пожелаешь, верно? Эй, земля вызывает Мицу, прием. А, да, прости, я опять задумалась. Позже. Это просто неисправимо. Сказав это и порывшись в своей сумке, она вытаскивает и ставит на мой стол энергетик. Вот, выпей. И сразу же взбодришься. А, да, аригату. Благодарю Саяко, я горько улыбаюсь. И если тебе нужно выговориться, я ведь всегда рядом, ты же знаешь. Кафе-то Саяко вернулась на свое место. Эх, как бы я хотел... К сожалению, я не могу. Я не могу перекладывать или разделять свои заботы с ней. То есть я сама должна, сама. Очередной учебный день подошел к концу. Когда я начал собирать со стола свои учебники и тетради и отправляться уже домой, то обнаружил вместе со всем этим ту самую анкету. Незаполненную анкету. Может, все-таки стоит поступить в университет Цигин? Боже, опять ультразвук! Как только эта мысль пришла мне в голову, в ушах вновь зазвенело. Время пришло. И, оглянувшись, я никого не увидел в классе. Никого нет. Видимо, в школе все еще достаточно студентов, и мне просто послышалось. Я вновь вспоминаю тот вечер в коридоре, и по спине пробегает легкий холодок.
Может, со мной и правда что-то не в порядке, и может обратиться к специалисту там. Пришло время отыскать свой путь. На этот раз я услышал голос отчетливее. И этот голос... Эй, ты кто? Кто ты? Кричу я в пустоту стен. Я тот, кто пригласит тебя в объятия тьмы. После этого твоя жизнь уже не будет прежней. Но главное, не сдавайся. Тот, кто ищет, всегда найдет. Отыщи свой путь. Затем голос постепенно затихает. Зрение искажается, голова кружится, и затем в глазах на мгновение темнеет. Упершись локтями о парту, я укрываю голову. На листке, что была анкета для выбора карьеры, сейчас это был обычный пустой лист. Погоди, что за... Это должна быть моя анкета, верно? А? Вдруг мой карман задрожал, спровоцировав дрожь всего тела. Что это? Телефон? Когда я достаю его и смотрю на экран, то вижу на дисплее вызов от мамы. Алло? Миса? Ты уже освободилась? Услышав голос мамы, я немного успокаиваюсь. Алло? Меня слышно? Да, прости, я все еще в школе. Что-то случилось? Я только что разговаривала с твоим учителем насчет анкеты на будущую карьеру. Нас спалили. Почему ты не сказала мне и молчала о такой важной вещи? Нужно все рассказать маме, сейчас или никогда. Да, на самом деле... Мой голос так дрожал, зубы стучали, но я все же набрала силы и продолжила. На самом деле я хотел бы пойти учиться в другое место, а не университет Сэгин. Есть, получилось, я смогла сказать. Но напряжение внутри меня продолжало постепенно расти. Я так боялся, что ответит на это. Что скажет на это моя мама. Тогда почему ты... Ты ведь могла об этом сказать и раньше. Я уже подумал, что ты подала заявку в университет Сэгин, и все там уже, ну, подготавливается. Ну да ладно. И в каком же месте ты желаешь учиться? Ну, я пока не определилась окончательно, буду ли я дальше учиться или пойду на работу. Но я как раз думаю об этом. Я совсем не ожидал, что мама так легко согласится на все это. Я, правда, должна была сказать об этом раньше. А? Пойти учиться дальше, работа... О чем ты вообще? Ну, я ведь сказал, я пока думаю, стоит ли пойти учиться дальше или работать, где мне понравится. А, так вот о чем ты. Нет, я не разрешаю тебе этого. Когда ты сказал про другие места, я подумал, что ты имел в виду, что ты хочешь поступить учиться в другой медицинский вуз. А я думаю, что она так легко согласилась. Давай вернемся... В общем, к тому, что я хотела. Сегодня первая суббота октября, поэтому... Там первый выходной, да. Что касается анкеты, то принеси ее сегодня домой и обязательно заполни и отправь ее как можно скорее. Подожди, мама, ты просто вот так возьмешь и проигнорируешь мои слова? Проигнорирую? Я думал, мы все решили. Если ты все еще сомневаешься, в какое место поступить, то вот, стоит задуматься об Сэгине, уверена, там тебе точно понравится. Почему? Почему она все решает за меня? Ладно, не задерживайся там и возвращайся скорее домой. Да послушай же, мама. Да, тяжко нам. Почему? Точно? Спрашиваю я, бессильно опускаю руки. Я продолжаю смотреть на дисплей с оконченным вызовом на экране. Ну, завершенным. Мама совсем неплохая. Она любит нас с сестрой и очень заботится о нас. Но... Она не хочет попытаться увидеть во мне что-то стоящее. Все, что видит моя мама,
далеко за пределами меня. Если бы я только могла пойти против решения мамы другим путем, то точно расстроила бы ее. Похоже, мне все же придется поступить и учиться в Сейгин. В тот момент, когда слезы начали растекаться по моим щекам, я вновь услышала этот звон. Я ведь уже сказал, главное, не сдавайся. А! Резкий свет ослепляет меня. Кошмар. Закрыв глаза, меня окутывает непроглядная тьма. И мое сознание начинает постепенно угасать. Начинает что-то происходить, да. Первая глава у нас, да? Как-то пролог пройден. Welcome. Не, прикольно, на самом деле, может быть, даже еще и поиграем. Посмотрим. Миса, эй, Миса, просыпайся. Эй, ты ведь опоздаешь. Тебя только приняли, и ты хочешь опоздать свой первый день? А, что приняли? Куда? Боже мой, ты еще не проснулась? Сегодня ведь церемония вступления. Университет Сейгин. Еще бешеный стук моего сердца, словно я пробудился от кошмара. Сон. Немного придя в себя, я потрясла головой, пытаясь забыть все это как страшный сон. Фух, ай, боже, я так испуг... А? Алый свет, разливаясь по классу, исходил снаружи. Это... точно мой класс? Без сомнений, это наш класс, но словно я ощутилась в совершенно другом мире. Ни голосов, ни шума за окном. Полная абсолютная тишина. Что вообще происходит? Я уже собирал свои вещи в сумку и собиралась пойти домой, а дальше... А дальше я ничего не помню. Я не помню, чтобы... Не припомню, чтобы я засыпала. Разве я могла просто взять и заснуть, вместо того, чтобы пойти домой? И я не пошла домой. И почему? Ладно, нет, не важно, что там да как. Мне просто нужно... Пора уже домой. Уже готова уходить, я вновь замечаю листок на моем столе. Что это за бумажка? На другой стороне также ничего нет. Затем на пустой листовке вдруг начинает... проявляться надписи. Даже прикрыв лицо руками и потом посмотрев вновь, все остается тем же. Что вообще происходит? Кроваво-темные чернила настолько яркие, что казалось, словно слова были написаны только что пролитой кровью. Я резко подпрыгиваю со стула. Я должна уходить и поскорее. Пули, я выбегаю из класса. Не обращая внимания на одышку, я просто продолжал бежать на всех парах. Нужно сваливать отсюда и поскорее. И тут же, осознав, что место, куда я попал, все еще не издавало ни единого звука. Твою-то мать. Резко в ушах раздается звук волочащегося предмета, не похожий на что-то привычное. И рефлекторно мои ноги останавливаются. Я прекрасно узнаю, что это за звук. Переливаясь в лучах заходящего солнца, с наступлением сумерек, одна ученица решила остаться совсем одна и погулять по зданию Академии. Затем откуда-то послышался таинственный звук. Странный звук, точнее. Нет. Каран-каран. Каран-каран. Под звуки скитаний, волоча свой клинок. Волоча своей катаной. В поисках себя. Почему? Почему я вспоминаю об этом сейчас? Однако, услышав этот звук, никогда не оборачивайся. Страх сковывает все тело.
Звук затих, но уверена, что сейчас он стоит прямо за мной. Ну да. Издавая СМРы. Слабое дыхание вновь нежно ласкающее мое ухо. Прохладные зябки воздух обволакивает все тело. Прямо как вчера. Но если я не обернусь, как и в прошлый раз, ничего не случится, верно? Ля какой. Умаева. Кто ты? Кто ты? В общем, давайте на этой прекрасной ноте, да, я знаю, прекрасной ноте мы закончим первый взгляд. В общем, прикольная вроде штука, может быть, еще поиграем, но посмотрим. В общем, да. А пока спасибо вам за просмотр, да. И если вам понравилось, ставьте пальчик, комментируйте, подписывайтесь, ждите новых видео на этом канале, на старом канале, на новом канале, там это, вступать в группу ВКонтакте, да. И, возможно, мы продолжим это еще, поиграем потом немного, в общем, да. А опять же, если вам... Если вы хотите поддержать это видео, мое хобби, там вот это все, то можете материально, да, помочь там это на Киви, ссылочка будет в описании. Не поленитесь, гляньте, мне будет очень приятно. Так, в любом случае, вам огромное аригато всем, да. Ну, вроде прикольно, да, и первый взгляд на этом мы закончим, да. Если вам было интересно и все такое там, да, Джанамина, Матанэй, Байбай, Наноу, Хай. Скорее сама. Хай. Амани, дуре, кафе, усака, шита, найте, 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 найте,